счастье. Его на самом деле так много. Когда-то в детстве бабушка сказала: «Знаешь, а счастье, оно бывает разное». Я думала: «Ну что за глупости? Счастье, оно ведь счастье. Это когда все идеально, хорошо, абсолютно все». И только теперь, спустя годы, я начинаю его понимать. Счастье не абсолютно, оно относительно. Счастье – это когда не болит. Счастье – когда здоровы дети. Счастье – когда есть кому рассказать свой сон. Счастье – когда есть о ком подумать в одиночестве. Счастье, когда есть кому подумать о тебе. Счастье, когда есть дом, в который хочется возвращаться. Счастье, когда на душе покой. Счастье, когда твои дети выросли достойными людьми. Счастье, когда у тебя есть утро. Счастье, когда тебе звонят просто так. Счастье – это просто отсутствие несчастья. Счастье. Его на самом деле так много, а мы его все ждем и ждем, не зная, что оно-то бывает разное. Счастье вам и вашим близким!